Почему вы занялись именно автосервисом на Северном Кипре? Ну, на самом деле я не планировал заниматься вообще бизнесом на Северном Кипре. У меня есть бизнес в России, думал, буду отдыхать, наслаждаться, но через месяц стало скучно, то есть решил что-то сделать. И тут совершенно, а почему именно автосервис? Совершенно случайно. Я купил автомобиль, и мне нужно было, ну, провести ряд работ в нем. Я объездил несколько сервисов и понял, что как бы уровень сервиса, связанного с ремонтом, обслуживанием автомобилей, он тут немного отстает. Ну, от какие того, работы, как мы... Мне надо было отрегулировать клапана. То есть никто не брался, сказали, меняй мотор. То есть никто это не делает. То есть я был удивлен. Может быть, я не нашел этот сервис, кто-то и делает, но в 5 сервисах, где я был, мне отказали в этой услуге. Это как-то история с моим автомобилем. Когда мне сказали, меняйте вот эту запчасть, цена вопроса в районе 10 тысяч евро, а вы мне ее починили в районе, цена вопроса там 400 евро, да? Ну, так условно. Да, да, аналогично. У вас была такая же ситуация? Да, то есть... Окей. Я не знаю, с чем связано, либо они не разбираются до конца в этих моментах, либо просто побольше денег сразу хотят срубить. Намного больше денег? Да, но это уже другая история. В общем, родился у меня план открыть гараж. Потому как автосервис. Автосервис, да, мой бизнес в России связан тоже с автозапчастями, то есть я в этой теме давно. Нашел, как сказать, ребят, слесарей, механиков, то есть сколотил команду, открыли гараж. Здесь, на Северном Кипре? Да, да. Угу. То есть, опять же, мы всегда рады новым кадрам, если есть профессионалы, люди, механики, мотористы, электронщики, диагносты, то есть мы готовы взять себе в команду. То есть мы помогаем людям в покупке автомобилей, то есть у многих нету, как сказать, навыков владения языком, ни турецким, ни английским, поэтому мы показываем, где какие выбираем, смотрим техническое состояние, вплоть до постановки на учет, там можем съездить вместе, застраховать автомобиль. То есть все вот эти вопросы, связанные